Привет, я Анна. Впервые используешь контактные линзы? Давай я покажу, как я надеваю и снимаю их. Сначала мою руки с мылом и насухо вытираю их полотенцем. Помещаю линзу на указательный палец и проверяю, не вывернута ли линза наизнанку. Указательным пальцем одной руки придерживаю верхнее веко. Средним пальцем другой руки, на которой находится линза, оттягиваю нижнее веко и надеваю линзу на глаз. Медленно опускаю веки и моргаю. Повторим еще раз. Указательным пальцем одной руки придерживаю верхнее веко. Средним пальцем другой руки оттягиваю нижнее веко и надеваю линзу. Медленно отпускаю веки и моргаю. А теперь я покажу, как я снимаю контактные линзы. Сначала мою руки с мылом и насухо вытираю их полотенцем. Пальцами одной руки я оттягиваю вниз нижнее веко, сдвигаю линзу немного вниз, затем захватываю ее указательным и большим пальцами и снимаю. Вначале это может казаться сложным, но ты быстро привыкнешь. Теперь твоя очередь попробовать.